Уверенную победу на региональных выборах во Франции, которые называют репетицией парламентских и президентских выборов, празднует Национальный фронт Марин Лю Пен. Ее объединение, выступающее за самые жесткие меры в отношении мигрантов и независимую внешнюю политику, по данным экзит-полов, набрало 30% голосов, опередив партии бывшего и нынешнего президентов Николя Саркози и Франсуа Олланда. Наблюдатели говорят, что такие неожиданные итоги – это последствия затяжного экономического кризиса. Сказалась и усталость избирателей от нереализованных обещаний правительства. Повторение сегодняшних результатов ожидают и во втором туре, он состоится уже через неделю. Национальное движение теперь бесспорно партия номер один во Франции. Мы единственные, кто действительно может защитить Французскую республику, ее национальные интересы, образ жизни, традиции. Я призываю всех, независимо от того, за кого они голосовали в первом раунде, отдать голос за Национальный фронт в следующем туре. Все французы имеют право стать частью истории вместе с нами в деле национального возрождения. Правящая партия социалистов, возможно, все же попытается создать интригу во втором туре, причем весьма экзотическим способом. В некоторых регионах они думают снять своих кандидатов, чтобы голосующим пришлось выбирать только между Национальным фронтом Лю Пен и республиканцами Саркози. В этом случае риск потерять голоса у крайне правых намного больше.